Друзья, всем доброго дня. Не выхожу в эфир, потому что у меня идут огородные работы. Фу, вся вот взмокла, жарко на улице. Но победа будет за нами. Мне еще осталось пол огорода. Вот как с утра встала, вышла, так и вот хожу. Короче, дел много, работы много. Ребята, погода вообще летняя, жаркая. Фу, ну все, всем терпения и боевого настроя к работе. Ну что, друзья, время уже к вечеру. Я сегодня столько дел перелопатила, весь огород прорыхлила, пропылесосила, цветочки удобрила по листу сегодня. По листу и, короче, смешала фундазол, фитоверм, монокалифосфат. По листу землю все обработала. Вот обрезала целую корзину цветов. Прям жалко выкидывать такие красивые граммофончики. Но чтобы они росли и цвели, как бы их надо постоянно подрезать. Вот, наконец-то солнце, лето, цветы. Я прям не могу. Я хоть и устала смертельно, но такое удовлетворение получаю от этого огорода. Вот сейчас уже сил нету идти. Вечером покажу, что сделала. Сегодня очень много работы сделала. Ну, очень красиво, все цветет. Надеюсь, что еще больше будет цвести, еще больше будет красоты. Ну что, друзья, я так и не зашла домой. Меня домой не загонишь, как ребенок маленький. Хожу, наслаждаюсь тут красотой. Смотрите, как хорошо, как красиво. Какие канны, да, пышные. Когда же они зацветут? Вот Алёшкин цветочек. Пестовала, один выпестовала. Вот. Гортензии сегодня в круг одела, потому что они уже так раскидали свои эти лапы. Розочку подвязала. Ну, петуньки все подкормила. Вот эту розу подкормила тоже. Ну, по листу. Так, и эту маленькую, которая не выходит. Ну, короче, все петуньи, все цветы подкормила. Ой, так хорошо сейчас в огороде, красота. Вот, до сих пор зайти не могу. Вот это я сколько вот уже хожу, 10 вышло, и до сих пор, ребята, я хожу. Вот такая неугомонная. Короче, лук полила нашатырным спиртом, развела в воде. Ну, у меня там был прошлогодний, потому что, по-моему, луковая муха. Смотрю, перышки вон желтенькие есть. Такие перышки желтенькие. Это значит, там, ну, луковая муха бывает. Картошечку все окучила. Пропылесосила еще раз. Арбузики теперь видно хоть. Кабачки вон такие пышненькие стоят. Там цветет один. Перцы. Посмотрите, какие у меня перцы красивые. Красивишные перчики растут. Уже с перцами. Вот прям перчики. Помидоры. Помидоры наливаются. Вот я не знаю, что за дубы-колдуны у меня такие выросли в этом году. Но вот что значит своя рассада. Все-таки это о многом говорит. Здесь тоже все прорыхлило, все пропылесосило. Ребята, конечно, огород, он отнимает очень много сил. Очень много сил. Кабачок цветет. Короче, каждый сантиметр. Вот, лук пролила. Посмотрим. Не знаю, может быть, завтра, если выйду в город, до магазина доберусь, надо купить что-то от луковой мухи, от вредителей. И петунью проливала сегодня фундазолом, фитовермом, вот этим, баковой смесью. Но мне не хватило на картошку от этого, от колорадского жука. Ну и вот, в принципе, мне не хватило на картошку, мне не хватило баковой смеси. Ну, а колорадского жука все равно, он сидит. Вот где-то не сидит, где я, видать, проливала, а где-то прям уже кустики изъедены. Прям колорадский этот. Ну, личинки, короче. Я, конечно, не стараюсь, мне не нужен такой огромный урожай. Ну, хотя бы, чтобы костер кинуть было, что. Вот арбузики. Арбузы надо тоже подкормить. Не знаю, чем пока. Ну, сегодня уже все. Вот петуньи обработала. Не знаю, как они пойдут, но почему-то вот то ли
Улились они от воды. Не знаю, что с ними случилось. Вот, чувствуется, алисом пахнет. Морковку сегодня Алёша сказала, прореди морковку, потому что я ее не умею прореживать. Вот, надо ее выдергивать, чтобы она крупная была. Алёша не захотел выходить. Ну, придется мне завтра самой. А ее уже фиг выдернешь. Вон, что, густо вышло. Фух. И сколько вот не хожу, да, вот эти палки выдергиваю везде. У меня уже руки болят, потому что они сидят крепко. Вон, еще торчат. Уф, короче, огород это можно бесконечно ходить, работать и работать. Так, ну все, я пролила. Так, Алёша пошел в магазин за пивом. Фуф, я просто не могу, у меня уже сил нету. Все, сейчас, наверное, еще что-нибудь сделаю и угомонюсь. Это невозможно с огорода уходить. Так хорошо, красота. Но мне надо эти лозы резать. У меня заказ, а я не могу оторваться от огорода. Сейчас, наверное, в душ схожу, сполоснусь и за другую работу. Хотя вон у меня чеснок зарос тоже, блин. Я же говорю, в одном месте прополишь, а в другом месте трава. Ну ладно, ребята, всем хорошего вечера. Как быстро трава растет, невозможно. Вот, ой, блин. Надо убегать. Вот тайгал Сильвер тоже растет. Хорошо, надо. Здесь не полила. Ладно, вот так. Дым столбом стоит. Так, я вышла контролировать, а то он мне скотер здесь лишнее. Блин, там гвоздика, хотела ее пропылесосить, сейчас он мне ее запылесосит. Ладно, фиг с ним. Мне главное, вот здесь надо было за огурцами. Ой-ой-ой, пошел. Ну здесь нормально, прочистил проход, все, хорошо. Зашибись. Здесь мне тоже около, там надо около ограждения. Вот здесь, ага. Алёша, вот здесь, ага. Прям вплотную. Вплотную к этой, к ограде. Вот, давай, давай. Ну вот, вот, нормально. Нет, не нужна она мне. Рот открывай, мне миллион мошек летит в рот. Идем сюда. Ну, я тебе покажу, где. Ну, мне надо тропиночки здесь. И вот этот виноград тоже убери. Вот это здесь не надо, оно. Чего? Вот это. Я все уже. Ты еще не все. Вот. Вот сюда. Заводи тогда. Куда? Сюда не ставь. Заводи. Где заводить-то? Вон. Дергай, заводи. Господи. Не заведет, не смотри, розу скосишь, блин, давай, подними. Давай. Нет, она, я же ногах не занимаю. Вещи. Да-да!
сюда. Сюда, сюда, иди. Чем пахнет, Алёш? Чесноком классно пахнет. Да? Вышел немножко, а получилось много, да? Ты тут на инструмент поставил. Ну ладно. Все, зашибись, пахнет вкусно чесноком. Чеснок где-то порубился. Но зато тропиночки вон. Ой, господи, хорошо-то как. Боже мой, хорошо-то как. Красота. Фуф. Так, Алёшка мне сказал, Саша обжигать. Ну вот я теперь думаю, хватит мне сил. Но если его обжигать, то надо что-то готовить. Готовить у нас шашлык еще вчерашний есть. Не знаю, стоит, нет. Ладно, сейчас обсудим. Ребята, красота-то какая. Боже мой, как хорошо. Алёш, у тебя есть какое-то предложение? У меня есть план. У тебя есть план? Какой план? Ё-моё. Так, червей утром, чай, пельмени. Белики с ретунью найди. Твоим рыбам надо это, пельмени? Пельмени твоим рыбам надо? Пельмени? Да. Нет, пельмени не надо. Чё ты мне предлагаешь? Ехать с вами? Чё у тебя там свободно? А то у нас место одно свободное. Кто хочет, пожалуйста, вот место есть свободное. Кто завтра съедет? Конечно, я сама поеду, блин. Только давай эту машину помоем. Помоем? Ну что, не будем мыть? Давай. Ну, ты нет, я не буду мыть, я буду это контролировать только. А я мыть не буду. А что ты, мощишь? Ну, надо хотя бы побрызгать. Алё, смотри, какое стекло. Вот воды все варить надо. А, я распылитель так не поставил новый. А почему ты не поставил? Ты ставь. Да ладно. Нам заглушика. Чего сегодня? Какой прогноз погоды? Какие штаны одевать? Какую куртку брать? Прогноз погоды самый главный в доме. Ну в доме-то теплый прогноз погоды. Нет, Алёш, я нет, у меня сил нет уже. У меня ручки болят. Давай, что мне, куртку брать? Куртка там твоя. А, моя куртка в машине? Ну да, с воротником. Уровни проверил, все нормально. Ничего не утекает нигде. Ну ладно, тогда надо пораньше лечь. Ну надо побольше пива выпить, чтобы пораньше лечь. Ha ha ha.
Давай это. Алёш, ну немножко освежи машину-то, вообще пылися. Рецепт что-то близко опять. Давай этот, освежи машину. Побрызгай, не поленись. Иди-ка сюда. Команду. Я тут пять. Ну потом не свежо будет в машине. В машине-то я убирался. Так, Ритуня, что тем ты тут занимаешься? Я хочу клип снять. Клип? Снимаем нашу красавицу. Рабочую. Куда ты отправляешь? За рыбой. Золотую рыбку хочешь? Да. А что у тебя вода-то льется, Рит? Где? Ну у тебя пистолет зафиксирован. Ты не слышишь, что вода льется? Или со шланга? Это со шланга. Это. Дырка. Травы больше вырастет теперь, да? Ага. Все равно пропустишь что-нибудь, Рит. Ну, конечно. И ладно, она и так чистая была. Но лобовуху главное, лобовуху. Главное лобовуха. Умница, красавица. Кто? Комсомолка. Кто? Спортсменка. Кто это? Ты? Я. Я думала, Ксюша твоя. Ксюша, она какая она пенсионерка. Ты чего? Для машины она давно пенсионерка уже. Ой, вся в пене, в баню что ли ходила, Ксюша? Да. А мы сегодня доедаем шашлындос. Шашлындос, или ты разогрел шашлындосик? Мы здесь будем сидеть. И мальчики, машину помыли сегодня. Завтра ночью на рыбалочку едем. О, сейчас так свежо, хорошо стало, прохладненько. Маленько помыли, освежили. Заборчик у нас теперь здесь. Надо трубу покрасить и вот эту металлоконструкцию немножко покрасить. И класс. Сейчас куплен уже. О, свежо стало вечерком, маленечко хорошо так. Наконец-то у нас тепло и лето снова. Красотень. Весь день жарище было. Я вышел как раз прогуляться, как раз кайф. Ветерочек немножко, уже не душно, не жарко, хорошо. Иду в горку по кочету. Наконец-то приготовление мы закончили с Алёшей. Так, Матроскин там лежит во дворе. Я думала, он за мной пойдет, но пока его не видать. Посмотрим, сейчас придет, нет. Так, вот этот фонарик Алёшка-то не наладил. А что он не работает, не пойму. Так. Ну, короче, я его покрутила, он не работает. Я не знаю, почему. Вот же нормально работает. Который работает. Ой. Местами поменяем. И не видно кончика. Интересно. Короче, не нашла я, переставила так. Так, я не поняла, Матроскин, что ли, там пошел?
Матроскин. А, Матроскин, ты что ли? О, какие они красивые. Вот прям именно тот цвет, который я хотела. Матроскин, ты куда? Кот травку ест. А, как хорошо. Короче, ребята, мы приготовились на рыбалку с Алёшей. Ух, сил никаких не осталось.